зовут Сергей Севати, и давно уже не было видео. Да, не было давно видео, потому что в школе мы готовимся к экзаменам, к аттестации и к ВОУДу. И не хватает мне времени. Но вот, у меня появилось немножко времени, и я решил заснять видео. В этом видео я собираюсь вам показать, как я научился играть за год на аккордеоне. У меня имеется два инструмента. Это аккордеон и русская народная гармошка. Я вам сейчас покажу. Смотрим. Вот мои два инструмента. Это аккордеон, а это гармошка. И это мой аккордеон. Да, я научился на него один год. И там несколько месяцев еще. Но потом забросил. Ну, за него... За этот год я научился мало песен. Можно так сказать. Частушки, потом «Полюшка, поле», «Бумер» я сам научился. Это, помните, это как-то вот так звучит. Ну, а «Полюшка, ой, как под горкой, под горой». Это моя самая первая песня была. И сейчас я ее вспомню. Не помню. Я видео поставил на паузу, ну, пока доставал ноты свои. Вот здесь только нот у меня. Вот. А, он тут лежит. Так. Хочу найти как под горкой, под горой. Вот. Вот, это вот эта песня. Там видно, наверное, не знаю. Вот хочу ее спеть. А, вспомнил, как она играет. На ноты посмотрел и вспомнил. Забыл. Ладно, проехали. Так, помню я песню «Полюшка, поле». Немножко тоже. Я считаю, уже год, можно даже сказать, два года уже не играл на аккордеоне. Ну, прям хорошо. Может быть, полтора. Не помню. Кстати, хотел сказать, вот это самая моя любимая песня была. Она даже, может, и есть, потому что у нее такой звук красивый, ритмичный. И я ее дома играл почти каждый день и по несколько раз. И родителям уже эта песня надоедала, и они уже кричали: «Хватит играть, учись другое». Но мне эта песня до сих пор нравится. Thank you.
я одну ноту забыл. Эта песня очень-очень красивая, как и ты сама. Эта песня красивая, как и ты сама. Вот я здесь начинаю играть. Я вот здесь начинаю. Забыл, ну ничего, и так начало красивое, не правда ли? Да, ну мне начало очень нравится, но это не только песня, не эти песни, которые я только учил. Я сейчас снимаю видео и играю, мне почему-то так очень весело, не знаю почему. На этом наше видео, наверное, закончится. Да, я вам говорил про вторую гармошку. Сейчас я вам ее покажу. Это вот такая маленькая гармошка, русская, настоящая гармошка. И еще... Видите, как звучит? Если вы хотите видео про нее, как я на ней тоже играю, то пишите в комментарии или ВКонтакте, или в Фейсбуке, или в Твиттере, или в Ютубе. Эта гармошка мне досталась от моего там дедушки двоюродного. Он умер. Царство небесное ему. И на этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. С вами.